На сцене школы номер 29 прошел отчетный концерт танцевальной студии Dance Way. Коллектив в этом году работал в сумасшедшем ритме, покорял новые площадки, совершенствовался изо дня в день. На мероприятие организаторы пригласили танцевальные команды из Москвы, Калязина и Твери. Мы создали эту встречу для того, чтобы объединить, сплотить все коллективы и попробовать создать такой танцевальный фестиваль, где и дети, и педагоги встретятся и познакомятся друг с другом, с танцевальным, обменятся танцевальным опытом. В этот вечер на сцене можно было увидеть как народные танцы, так и современную хореографию. Каждый коллектив показал свои лучшие номера, и судя по тому, как громко гости поддерживали участников фестиваля, можно считать, что увиденное им очень понравилось.